Я думаю, что на ситуацию в Центральноазиатском регионе влияет также и противоречие между государствами региона. Эти противоречия носят прежде всего экономический характер. Это проблемы водно-энергетического характера. Это проблемы неурегулированности границ. Это проблемы транспортной коммуникации. То есть вопросы, которые активно влияют в целом на положение дел государства, на социальное самочувствие населения и, естественно, на стабильность и безопасность наших государств. На наш взгляд, с точки зрения прогноза, ситуация не будет улучшаться. Те факторы, о которых я говорил, то, что применительно к Афганистану не сохранятся. Сохранятся лагеря подготовки боевиков, в том числе выходцев из государственного ДВБ, которые через какое-то время появятся на территории наших стран и будут с оружием в руках решать политические задачи. Pakistan is fully committed to an Afghan-led and Afghan-owned reconciliation process. ایران نه تنها از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 استقبال می‌کند، بلکه معتقد است لازم بود این نیروها زودتر از افغانستان خارج می‌شدند. استادیوم افغانستان سیاست پاکیوم از استادیوم افغانستان سیاست. У нас есть большие достижения. В 2002 году у нас всего 50 афганских студентов обучались в вузах других стран мира. Сегодня больше 10 тысяч афганских студентов обучаются в вузах различных стран мира, в том числе и в вузах Российской Федерации. 84% боевой операции провела Национальная армия самостоятельно, то есть без участия иностранных войск. Это говорит о том, что у нас есть уже национальная армия. Сейчас активные дискуссии идут вокруг трех планов. Это план А, план Б и план С. А согласно плану А, в Афганистане после 2014 года сохранится статус-кво. Страна будет существовать в своих нынешних административных государственных границах при сохранении центральной власти и президентской республики. Так, до 11 сентября США объявили о том, что находится в состоянии войны с международным терроризмом. На сегодняшний день терроризм в Афганистане нуклеированной России распространяется на ранее относительно спокойные районы страны и на сопротивление государства. Даже в новой концепции внешней политики России, к моему сожалению, сказано, что и сам по себе вывод поиск НАТО из Афганистана несет серьезную угрозу интересам России. Вот я вот такой применимости избегал. Американцы и нынешний режим ставят ситуация таким образом, что Конституция важнее мира в Афганистане. Запад приветствует всяческие действия и место России в политическом регулировании и внешнеэкономическом сотрудничестве и военное сотрудничество России в Афганистане. Военно-техническая миссия заключается в том, что сильно нуждается афганская армия военно-техническое вооружение из Российской Федерации, так как из бывшего Советского Союза. Есть всего лишь два сценария. Первый сценарий – либо Россия вынуждена будет прийти в Афганистан и проливать кровь своих военных, или в Центральную Азию, не имеет значения. Либо Россия придет с индустриализацией.